О главном за 60 секунд. Развязки и дороги региона могут получиться финансирование из федерального бюджета. В первую очередь речь идет о строительстве восточного обхода. Правительство Тюменской области подписало постановление об отмене пожароопасного сезона. Жители региона могут свободно посещать леса. Проблемы административного законодательства обсуждали сегодня в Тюмени. В Белом зале Госуниверситета открылись вторые сибирские правовые чтения. В Тобольске детей приобщают к живой природе. Там открылся интерактивный мини-зоопарк «Деревенский дворик». В Тюмени начали выдавать стартовые номера для забега в тюменском полумарафоне. Масштабное спортивное событие состоится 1 октября в центре города.